Right to Life presents. Когда Сюзет Холл услышала о крошечной собаке, привязанной к пожарному гидранту в сообществе в Южной Калифорнии, она была убита горем, но, к сожалению, не удивилась. Как основательница службы спасения собак Лаганес Легаси, Холл недавно спасла несколько собак с той самой улицы, и этот щенок был еще одним брошенным малышом какой-то безответственной семьей. Ее прежние хозяева оставили контейнер с едой и водой, но, по словам звонившего, собака их не трогала. Вместо этого она оставалась свернувшись в тугой клубок, и совершенно ни на кого не реагировала, она была убита горем. Холл хотела сама спасти собаку, но не смогла добраться достаточно быстро. Поэтому она обратилась к кому-то по соседству за немедленной помощью. «Я позвонил знакомой женщине, которая живет рядом, и попросила ее пойти за малышом», — сказала Холл. Соседка бросила то, что делала, и пошла на угол улицы. И действительно, она нашла 8-месячного щенка, позже названного Чичи, привязанным к гидранту. «Она просто крутилась вокруг этого гидранта на своем поводке», — сказала Холл. Бедная собака запуталась в собственном поводке. Чичи зарычала, когда женщина опустилась на колени, чтобы распутать поводок, не понимая, что происходит. Но под руководством Холл по телефону женщина завоевала доверие собаки и успешно отвязала ее от гидранта. Женщина использовала мягкое одеяло, чтобы подхватить Чичи и некоторое время баюкать ее, прежде чем посадить в машину. Когда они приехали к ветеринару, здоровье собаки начало ухудшаться. «Ей стало так плохо в машине», — сказала Холл. «Мы думаем, что это было из-за страха и нехватки еды и воды, потому что она была слишком напугана, чтобы есть то, что оставили ее бывшие владельцы». К счастью, Чичи вовремя добралась до ветеринарной поликлиники для домашних животных Камина. После нескольких физических водяных растворов и тонны столь необходимой любви Чичи начала чувствовать себя намного лучше. «Они следили за ней, а потом внезапно с ней все стало в порядке», — сказала Холл. Она, наконец, начала приходить в себя. В больнице Чичи завела много новых друзей, но одна из них заставила ее особенно быстро вилять хвостом. Хэдди Хирольд, офис-менеджер больницы для домашних животных Камина. «Всякий раз, когда Хэдди проходит мимо нее, Чичи начинает вилять хвостом», — сказала Холл. «Она так взволнована, потому что знает, что это Хэдди». С тех пор, как она была в ветеринарной клинике для домашних животных Камина, Чичи проводила почти каждый день, свернувшись калачиком в объятиях Хэдди, ожидая выздоровления, прежде чем начать свою следующую главу в жизни. К счастью, щенок недавно обрел новую любящую семью и вскоре покинет ветеринарную клинику, чтобы встретиться со своей новой семьей. Чичи рада, что наконец-то у нее есть дом. Трудно поверить, через что прошла Чичи, прежде чем ее спасли, но Холл может сказать, что маленький жизнерадостный щенок прекрасно себя чувствует. «Она так счастлива», — сказал Холл. «Она настолько мила, насколько это возможно». Ставьте лайки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на канал. Вместе мы сделаем мир чуточку лучше.